торопимся успеть в местечко Винчи. Ну, наверное, прям туда не заедем, но зато мы надеемся встретить третий этап Джиро д'Италии, который стартует из Винчи. И, может быть, мы пересечемся и как бы таким образом передадим привет великому Леонардо. 500 лет со дня смерти Леонардо. Здесь он не только великий, но и большой. Поехали. Вот мы приехали в Имполи. Из местечка Винчи сейчас стартует третий этап Джиро д'Италия. И мы увидим всех наших любимых гонщиков. Они проедут прямо здесь. Теперь мы знаем, какая погода на третьем этапе Джиро. Сами испытали на себе. Ветер дует, нам был встречный. Но гонщикам, наверное, будет почти попутный ветер сначала. Сегодня очень сильный ветер, как вот в Испании мы ехали в горы. Это была 102-я Джиро. В ней участвовали 218 гонщиков из 22 команд со всего мира. Джамбо. Нам удалось поболеть за спортсменов на третьем этапе 13 мая, когда они проехали от Винчи до Орбитолы 220 километров. Мы в тот день преодолели 93 километра от Пизы до Флоренции через Луп. Митчелтон Скотт. Чьи-то еще велосипедики. Катюша! Катюша! Мавистар. Еще один. Дует со страшной силой. Выиграл этот этап Фернандо Гавирия. Всех деревянных велосипедистов нарядили в мальи роса. Но мы тоже рядом постояли. Розовые майки.